Здравствуйте, друзья! 16 января 2022 года, Анапа, и, как видите, снег. Налетел он резко со стороны Витязева. Наташа возвращалась домой с работы и видела, что приближается такая белая стена, и вот через несколько минут снег вот пошел. На улице прохладно. Вот такая погода сегодня. Это были короткие видео, шорты Альбатроса. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.